Without a care, living in this moment, cause we know we're there. This is the adventure that we're gonna share. This is all the feelings in our hearts, so stop and stay. Thank you.
Очень нервная, и 2-2, и 3-2 такое. Но чуть-чуть потом, я так понимаю, наша физическая готовность получше была, это и сказалось все во втором тайме. Ну, рад, конечно, один шаг остался с СЛК. Ну и, думаю, будем стараться. Будем. Ошибок было, немного не повезло с рикошетом, два рикошета зашло. Ну, ничего, все-таки результат более чем для нас приятлив. По-моему, 11-3, да? Да, 11-3. Ну, плюс 8, это очень хорошо. Очень то хорошо. Есть вы считаете уже из обиды, потому ну, что конечно, массив может там быть все, да, может быть все, пятки. Да, 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 один мяч разницы. Будем стараться. Ну, при этом надо еще и выиграть. Массиву две игры, нам уже на один шаг меньше, одну игру осталось до золота, думаю. Ну, вы намерены взять золото? Да, будем стараться. Ну, до этого никто не мог так сказать до начала турнира, но сейчас, когда есть этот шанс, его надо максимум использовать. Как вы думаете, у Массива есть шанс? Шансы у каждой, как сегодня видно было в первом тайме, что у любой команды есть шансы. У любой команды есть шансы.